Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим одно очень неплохое, скажем прямо, приложение, в котором, если разобраться, то можно сделать такое, что ух. Airtable может заменить и CRM, и Task Manager, но только нужно в нем разобраться. Итак, регистрируемся, указываем email, тут первое имя, пароль. Нет, лучше так, зайдем через Google. Тут нам дарят 14-дневный про-план и задают какие-то вопросы. Не будем отвечать, создадим workspace. Не нравится мне этот реальный период, я, пожалуй, выберу сразу бесплатный план. Тут, видите, ограничение в 1200 записей на одну базу и 2 гигабайта на облаке. Ну, если не шиковать и не загружать много фоток, то этого хватит надолго. А это, я так понимаю, 2 недели на откат действий. Наверное, вещь ненужная. Выберем downgrade, то есть опуститься на уровень ниже. Нет, не опускается. Он говорит, что сам опустится через 14 дней. Ну ладно. Итак, что у нас тут есть? Пусть вас не обнадеживает некая пустота главной страницы. Вообще, это приложение не очень простое и может даже оттолкнуть на первых порах своей непростотой. Но зато вот тут, наверное, именно из-за сложности в использовании кучи всяких гайдов, видеоуроки и так далее. Но, как всегда, начнем с простого. Здесь управление аккаунтом. Некие минимальные настройки. Сразу добавим фото и хватит пока. Здесь workspace, рабочее пространство. Можно создавать несколько рабочих пространств, на самом деле можно было бы ограничиться и одним, это никак не структурирует данные, но тут есть функция расшаривания. Вы можете предоставить кому-то доступ по адресу электронной почты, назначить ему права вплоть до владельца, и этот кто-то соответственно будет здесь хозяином. И чтобы он был хозяином только тут, вы можете создать другое рабочее пространство для других задач. Само пространство состоит из баз данных. Это предустановленные базы, уже созданные кем-то заранее. Зайдем, например, в Event Marketing. И вот тут все выглядит уже сложно и может оттолкнуть обилием полей, окон и иностранных букв. Вообще Airtable — это базы данных. Это не SQL, это скорее Excel. Но задача у Airtable — не вести бухгалтерский учет, то есть не цифры, а информация и взаимодействие информации. Я бы сказал, что это Task Manager или CRM или что-то похожее, но с открытым исходным кодом, если можно так выразиться. То есть здесь вы создаете свой Task Manager или CRM под конкретно свои задачи. Чтобы показать это, давайте возьмем что-нибудь простое. Тут есть темплейты, то есть различные шаблоны, также сделанные заранее. Тут их достаточно много, они разбиты по категориям, есть даже non-profit, некоммерческий сектор. Но мы выберем что-то простое из разряда Everyday. Вот. История медицинских осмотров домашних питомцев. Добавляем, и у нас это появляется в нашем рабочем пространстве. Можно как-то это переназвать, выбрать какой-нибудь цвет, даже иконку можно сменить, вот, например, на машинку скорой помощи, и заходим. Вот тут, кстати, выскакивают всяческие подсказки. Я уже говорил, что Airtable непростая штука, и подсказок здесь, соответственно, достаточно много. Но пока я с вами, подсказкой буду я. Итак, у нас тут есть... Давайте раздвинем, чтобы было понятнее. У нас тут есть морская свинка, собака и кошка. Один мужчина, две женщины. Есть визиты ко врачу и что прописано. А еще есть отдельно закладка с визитами, но уже с датами. И закладка с лекарствами, но еще и с дозировкой и с описанием, от какой болезни лечим. Можно поменять название столбца, чтобы было понятнее. Принцессе прописали какой-то бактериальный тритмент от заражения лапы. Но это не просто отдельные таблицы, они связаны между собой. Вот, например, мы пошли ко врачу на ежегодное обследование 22 мая с морской свинкой Максом, и ему прописали анальгин. Две таблетки раз в год. Что болит? Ну, естественно, голова. Вот в лекарствах появился анальгин. Дозировки появилась, когда назначили, но не появилась, кому назначили. Ну, потому что назначить могли и принцессе заочно. Ладно, выберем Макса. И в закладке «Животные» у Макса появился еще один визит ко врачу и новое лекарство. Это самый простой пример, но базы могут быть очень сложными, с большим количеством взаимодействий. Столбцы могут быть разного формата, здесь работают формулы и так далее. То есть Airtable — это каркас, очень удобный, с большим количеством функций, с возможностью совместной работы, с удобным поиском и наличием мобильной версии, но, прямо скажем, не самый простой каркас. Поэтому я думаю, что мы еще вернемся к этому приложению и посмотрим более пристально, на что оно способно. Все, любите друг друга, систематизация деятельности не только вредит, но и помогает. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео.
и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.